Так, приветствую всех на канале. Мы сегодня разобрали электроамортизатор от Range Rover Sport 494. Просто ради интереса посмотреть, что внутри, из чего он состоит и почему он выходит из строя. В принципе, конструкция очень проста. Получается провод, небольшая микросхемка. Видать, управляет на открытие и закрытие. Дальше это микросхема, два контакта. На моторчик подает питание, открыть и закрыть. И, в свою очередь, пружина, которая стягивается и растягивается. Вот, кому интересно, смотрите, что внутри электроамортизатора. Вот такого рода моторчик. В принципе, довольно надежный. Скорее всего, окисляется просто микросхема. Больше здесь особо-то и ломаться нечему. Все это разбирается аккуратно. Ну, конечно, завод-изготовитель менять это все говорит нужно в сборе. Ну, если руки из правильного места, я думаю, можно даже это и починить. Потому что БУ он стоит в районе 9000 рублей, а новый по нынешнему курсу будет стоить не меньше 20 или 25 тысяч рублей. Все. Пишите, что еще хотите увидеть в разобранном виде. Будем стараться разбирать.